Зрелищная, динамичная и такая популярная спортивная аэробика. Чемпионаты первенства Омской области собрал более 2,5 сотен спортсменов. На кону медали и участие в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа. Свои команды выставили сразу 7 городских спортивных школ и клубов, развивающих спортивную аэробику в Омской области. Наши спортсмены на международных соревнованиях занимают всегда призовые места, они часто бывают победителем. И бывает такое, что именно мы диктуем моду, и мы являемся конкурентами, которых боятся наши соперники. На ковре свое мастерство демонстрировали юные участники, только делающие первые шаги в своей карьере, и настоящие звезды с мировыми именами. В Омске таких уже немало. Сегодня я буду выступать в тройке и в группе. Это у нас спортивные номинации, где нужно стараться, еще буду делать степ и дэнс. Это как бы танцы вместе с аэробикой, и там уже меньше элементов, но все равно нужно стараться и прям танцевать с душой. Жюри оценивало и технику, и артистизм. К слову, судейский состав на этот раз тоже звездный. Выступления своих коллег за судейским столом наблюдали неоднократные чемпионы мира, призеры соревнований самого высокого уровня. Конечно, всегда мы готовимся, потому что это же вдвойне тяжелее, когда ты выходишь чемпион и должен поддержать этот статус. Вот. Гораздо проще стать чемпионом, чем потом этот статус удержать. Поэтому и чисто психологически тяжеловато. Вот. А по уверенности, конечно, немного помогает то, что ты уже чемпион, и на тебя уже смотрят как на чемпиона, а не на какого-то рядового спортсмена. Одним из любимых и в то же время сложных видов упражнений для спортсменов – это всевозможные прыжки. Во время выступлений приходится выполнять их множество – с перекатами, разворотами, в воздухе и даже сальто. Вот именно такие упражнения развивают силу и ловкость. Когда-то, взяв за основу элементы из классической аэробики, спортивная постепенно приобрела черты полноценного вида спорта. Можно выступать в группах, в тройке, в паре и даже сольно. Сейчас главная задача омичей – пройти отбор на международные соревнования, которые стартуют в Чехии. Затем поучаствовать на чемпионате России в городе Чебоксары. И нет никаких сомнений в том, что наши спортсмены справятся. Но все-таки после многочисленных успехов наших спортсменов возникает лишь один вопрос. Есть ли он секрет омских побед? Часто сами задаем себе этот вопрос. Наверное, вот наш какой-то сибирский особенный характер. Соперники и друзья иногда из центральных регионов все время удивляются, как вы можете настолько точно отработать, заставить отработать и подобрать участников для групповых упражнений. И как получается так, что это просто феерическое такое шоу. И мы приходим к мнению, что мы сибиряки сами по себе очень дружные, очень такие сплоченные. И если мы объединяемся, мы все вместе идем к